Всем привет! Меня зовут Александр. А меня зовут Соня. Сегодня мы покажем вам игру «Дубль. Кто быстрее?» от белорусской компании Dream Makers. «Дубль. Кто быстрее?» – это игра на поиск предметов. Нам надо найти одинаковые предметы на разных карточках и первым ударить в звонок. У игры целых 5 вариантов правил. Все они описаны в инструкции. Победителем становится тот, кто окажется самым быстрым и внимательным. И сможет собрать больше всего карточек. В наборе правила игры, звонок и 55 игровых карточек. Если вам больше 6 лет, эта игра для вас.